Генеральная репетиция за день до премьеры. Режиссер Артем Терехин дошлифовывает детали. Спектакль постмодернистский и по большей части авторский. Книжную версию значительно изменили. Но меня интересует, на самом деле, здесь одна тема. Это кризис среднего возраста. Это когда человек оказывается, про земную жизнь дойдя до середины и оказался в сумрачном лесу. Это когда ты доживаешь до определенного возраста и вдруг еще, понимаешь, более очевидно, что ты смертен. Что когда грянет выстрел, неизвестно, но главному герою это не облегчает наказание. Сразу вам скажу, ничего у нас тут страшного нет, не бойтесь. Вот прямо первая для вас информация. Все хорошо, расслабьтесь, настройтесь на лучшее. Да, я уже постарался, не особо как-то получается. Вижу. Сергей Фролов – филолог и по натуре лирик, человек с душой. Ему сложнее смириться с данностью. Знаешь, когда тебя должны расстрелять, все в жизни как-то меняется. Взгляды, приоритеты, характер, в конце концов. Для того, чтобы характер поменялся, Сережа, он должен быть. Не по своей воле Сергей – жертва эксперимента бездушного робота. Интеллект, он пытается понять это чувство, у него все есть, кроме понимания вот этого иррационального. Жена героя – дважды брошенная женщина. Сначала измена мужа, потом его казнь. Одно дело расстаться с человеком, а другое дело знать, что человека скоро не станет. Некая модель такого заблудшего человека – это про кризис среднего возраста, который запутался и пытается найти самого себя в этой жизни. Никто из людей не знает, как жить правильно. Может ли это определять искусственный интеллект? Ответ найдут зрители. Спектакль на сцене театра драмы уже с сегодняшнего дня. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.